Выявлять самых лучших, поощрять за активность, инициативность, креативность и самоотверженный труд призван конкурс «Активист года 2019» по различным направлениям. Уже становится хорошей традицией. Кто на этот раз стал обладателем заветной статуэтки в номинации «Самый активный режиссер», «Поэт», «Бахши» или какой документ, документальный фильм назван лучшим, знает моя коллега Сабина Мусаева. В преддверии Нового года телерадиоканал «Узбекистан» не только подводит итоги, но и отмечает тех, кто отличился в своей работе. Помимо поощрения журналистов, которые многопланово сотрудничают с каналом, во время мероприятия объявили победителей конкурса «Активист года 2019» по 19 номинациям. Новые запущенные проекты, креативный подход, качественный контент – и это заслуга нынешних номинантов. Я рад, что я сегодня удостоен такой награды. Надеюсь, что в следующем году я и вся моя команда приложим все усилия, чтобы следующий год был таким же. Я также хочу сказать, что это не только моя заслуга, это заслуга всей команды, которая работает. Я надеюсь, что в следующий год мы еще будем лучше работать. Ведущие специалисты в области науки, образования, искусства и культуры наградили победителей дипломами и символичными статуэтками. Я был рад тем, что получил этот приз, и своего рода это стимул. Как стимул я воспринял это для того, чтобы продолжить свой путь. Я литературовед, я писатель, у меня много творческих намерений. Мероприятие сопровождала концертная программа. Особую атмосферу создали песни и танцы деятелей искусства. Была организована и выставка творческих работ художников, дизайнеров и ремесленников, что произвело особое впечатление на участников встречи, добавило еще больше положительных эмоций в преддверии Нового года.